Ребята, всем привет. У нас уже вечер. Сейчас приедет мой друг комрад Леха, который ходит с Аськой 250-й. Он повезет в деревню груз, и мы попутно остановимся, где-нибудь там покопаем. Ладно, смотрим. У нас, как всегда, идут дожди. Погода нам все никак не дает покопать. Вот ветерок, зато хоть комаров не будет. Ладно, сейчас разгружаемся и едем. Вон какая церковь у этой деревни. Недавно ее построили. Красота. Деревня эта очень старая. Все, ребят, разгрузились. Едем полевой дорогой. Вроде машина идет. Лишь бы поперек нас не поставила. Но машина едет вроде. Пойди доедем до места. Домик разрушенный стоит. Остались одни стенки. Прибыли мы на место, наконец-то. Крутились, вертелись, дороги размыло все. Вот здесь встану прямо. Да, вставай здесь. Сейчас я покажу. Тут вот котлован, землю брали. И вот они стояли. Это не ямки, дома. Мы тут были раз. Вечером на 2 часика заезжали. Маленько нашли советиков ранних. Серебрушку я вам там чуть дальше поднял. Вот до сюда ж тянулась деревня. Советские годы. О, насколько меньше стало. На 2 километра. Меньше. Вот, по бугру иду. Сейчас попробуем здесь походить. Все, комаринимся, одеваемся. Аська у нас 250-я с катушкой КЛТ-ковской. И трак. Что у нас сегодня больше найдет? Тут, конечно, кому больше улыбнется удача. Ну что ж, вторая моя ямка. Первая была картечина. Лёх, ты какую монетку нашел? 15 копеек. Какой год? 38-й. 38-й, рамочнику нашел. У меня вылетела монеточка вот с этой ямки. Это, где она? Вот она. Хорошо. Пищала, это серебрушка. Советская. 10 копеек. Не видно. Сейчас маленько почищу. Вот теперь маленько видно. 10 копеек. 1925 либо 26 год. Серебряная. Надо чистить еще. Ладно, копаем дальше. Хороший сигнальчик. 0,350. И пин даже не понадобился. Вот оно сверху лежит. Колечко. Колечко, сейчас посмотрим какое. Ну, больше всего они попадаются бронзовые, либо медные, сделанные из монет. Ну, такое прям как заводское. Сейчас почистим, посмотрим, желтого цвета. Какое оно. Сейчас подреставрируем. Ну, явно не золото и не серебро. Серебро бы уже заблестело. Ну, вроде желтый металл. Скорее всего, бронза, либо медь. Вот, посмотрите сами. Вроде бы как бронза. Ну, скорее всего, из монеты катаная. Берем. Леха где-то там бегает. Я вот край дома. Что-то зазвенело. Сейчас посмотрим. Что-то откопал. Прибор подальше. Хорошо звенело. Это здесь. А вот она, точно монета. А уж не монета. Сейчас посмотрим. Николашка, либо Александр. Лопатой я ее ударил 2 раза, пока выкапывал. 3 или 2 копейки. А? 3 копейки. Смотрите, какой шикарный цвет. С этой стороны сохран хороший. 1914 год. 3 копейки СББ. Такая коричневенькая прям. А с этой стороны... Ну тоже ничего, чистить надо, пойдет. Ну вот лопатой жалко я ее. Пригрел. Такая интересная монетка. Там ребята ждут от меня монеты. Я им подкапливаю.
Ладно, ищем. Вон рыбаки стоят на речке. Что-то ловится там. На удочке, на подъемнике рыбачат. Тут, кстати, бежит река Каргат. В общем, чем ближе к деревне, тем больше мусора. Вот она впереди деревня. Там сзади мы уже вывели все. А тут вот что-то вот посвежее дома пошли. Вот такая вот фиговина выпала. Какой-то, наверное, засов был, не знаю, что-то было. Кованое, клепанное, скрученное, закрученное. Вот такая вот штучка попалась. Оставим ее здесь. Кто-нибудь очермет заберет. Яму закопаем. Вон Алешка ходит. Ну, что-то мне не нравится место. Вообще, находок очень мало. Ну что, ребят, я в шоке. Вот тут вот копали барсуки яму. Вот они выкидывали землю. Видно горшочки. Вот они лежат. Вот они. Подхожу я и щит. Прям сверху. Видите, лопату поставил. И выпадывает какая-то штука. Я думаю, да ё-моё, ребят, да что за мусор? Копаем с Лёхой одно железо. Выпадает железяка, думаю. Смотрю. А это, ребята, мы такую вещь уже находили. Это старшина аула, либо старшина какой-то там. Ну, короче, это медаль. Я вообще подумал, грызло. Да, сверху должна быть цепочка. Женька, сибирский скиф такую находил. Я такую нахожу впервые. Тут, по идее, должен быть орел. Но смотрите, как она убита. Это вот выкинул с норы барсук, либо лиса. Вот в эту сторону и в ту копал. И вот она вылетела, прямо на травке сверху лежала. Либо, я не знаю, кто-то выкопал и выкинул, подумал, что это грузило. Дождем отмыло. Вот она проглядывается. Что тут, Лех, проглядывается? Или конь, или... Конь, да, всадник. Всадник. Ой, ну, не всадник, конь. Ну, в общем, медаль вот такая вот, жалко убитая, но сейчас вот эту сторону попробую, подчеркиваю, покажу вам. В общем, пока посмог почистить травкой только вот так. Ну, это старшина точно, а чего старшина, либо староста, не помню, не знаю, врать не буду, но подобную мы находили. С этой стороны тоже проглядываются буквы. Ну, вот она такая вот, я не знаю, согнул ее кто-то, либо не знаю как. Ну, может быть, я почищу, к видео приложу ее. Покажу, что тут такое было. Только мы собрались домой, и выпало с камушка вот что-то очень интересное. Даже пин включил, не успел прозвонить толком. Он выпал с камня, сам начал разламывать. Может быть, безделушка какая-нибудь. Сейчас почистим, посмотрим. Может быть, медаль. Может быть, образок. Не знаю, ребят, к чему это относится. Я такую ни разу не находил. Сейчас я вам... приближу, посмотрите, подскажете. Ну, я не знаю, что-то на наше православное не похоже. Вот сидит какая-то дама с копьем. Надо чистить. Мне вообще напоминает, знаете, 900-е года медаль за равенство и братство. Ну, что-то тут напишет. Что-то тут напишет кто-то кому-то как... Ну, так, слова кое-какие читаются. Я думаю, если почистить аккуратненько, то можно будет прочитать. Не знаю, интересная вещичка. Кому нужно, пишите. Тут вот как то ли солдат какой-то справа стоит с ружьем. А тут дама что-то держит, флаг в руках. В общем, вот такая вот штучка. Тоже почищу, приложу к видео. А я уже этой деревне начал плохо отзываться. Вот один мусор возле домов, один мусор. Трек просто слепнет, он ничего не видит. За такое время я нашел всего две монеты. Я ушел сюда в огородики, подальше. Вот землю брали, ямы. В советское время. И вот нашел такую прекрасную вещь. Ладно, не зря приехали уже. Так, прибор подальше. Слепнет эта штука. Это что-то здесь. Комары начинают кушать. Выпало что-то. Выпало что-то. Вот. Вот что-то. Оп. Опять упало. Прям рядышком с тем местом, где я нашел этот медальон. Выпал советик, рамочник, 20 копеек. Ну, год я тут смотреть даже не буду, 1930 какой-то, по-моему.
убитенький. Тут прочерк стоит. Пролетарий, сестран, соединяйтесь. Так, вот я нашел образок, а вот здесь вот монетка. Прямо вот на окраине, видать, люди тут либо отдыхали, либо, не знаю, что-нибудь делали, ну, порастеряли. Вот уже и к машине подходим. Хорошее место, сейчас я тут еще по кругу похожу. Ну что, ребят, вот наши находки. Вот Аська накопал, смотрите, сколько шмурдяка. Больше всего ему, конечно, сегодня повезло на вазелин. 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 Же. Женский, наверное. Же что-то другое. Вазелин, короче, для же. Либо для женщин, либо для чего-то другого. А ну-ка, второе, что такое? То же самое. Тоже вазелин. И тоже же. Ясно. Вот такой вот легкий шмурдячок. И монеток. Раз, два, три, четыре, пять. По монеткам он меня сделал. Сегодня ему попался. Давно, кстати, я их не находил. Пятачок 24-го года. Гурт. Гладкий. Гурт. Гладкий? Угу. Ну, надо смотреть по разновидам. Там у каких гладкий, дорогой, у каких не гладкий. Но... Их, по-моему, даже больше, чем два разновида. Пятаки вот у него. Вот такие вот СССРовские. Это двушка, скорее всего. Да, чего не 27-го? Сохран хороший. 37-й год. Ну, и такие вот подубители. Рамочники. Не рамочники. Ну, тут щитовик. Ну, тут... 1930 какой-то. 38. Ну, еще одна монетка. Я вот в разновидах, кстати, их не понимаю. Это 31. Разновидов у них много. Но мне, ребят, фартануло старшина аула, либо староста аула. Вот такая вот штучка. Потом, вот эту вот вещь я вам не показывал. Что-то было. Какой-то либо образок. Ну, что-то точно не современное. Судя по металлу. Что-то несовременное. Деревня выбитая, мусора очень много. Ну, походить можно. Вот такая старая каминка. Образочек вот этот очень интересный. Очень интересный образочек. Вот как солдат стоит. Тут кузнец какой-то с левой стороны. Мне кажется, что это медаль за равенство и братство. У меня на страничке, а не ВКонтакте, в Одноклассниках есть. Посмотрите, я 2-3 медальки находил. Ну, вот стоит солдат, красноармеец какой-то. Красноармеец. Иди на камеру посмотри. С винтовкой. Где ты винтовку видишь? Ну, он в левой стороне. Видишь, он держит по шме. Ремни. А тут кует что-то. И вот мне кажется, что это медалька за равенство и братство. Сохран очень хороший, радует. Радует. Тут ну, почистить что-то... и почитать можно даже. Да. Что-то написано. Может, кто-нибудь сможет прочитать. Что-то 30. 30-й день. 30-й день. Не могу я прочитать. Но счастье. Напишет последнее. Ну, в общем, ребят, кто-то... Ну, в интернете посмотрим. Кто-то находил такие. Возможно, это за равенство и братство. У них разные разновиды есть, всякие разные. Но такую нашел впервые. В общем, вот две медальки у меня. Вот такие вот. Кстати, вот смотрите, как делают кольца. Вот колечко, а вот монетка. Вот так вот вырубают. И делают вот такие вот колечки. Видите, хорошая была монетка старая, медная, царская. Теперь, может быть, даже советик. Теперь это... Шмурдяк. Теперь это шмурдяк, да. Вот, ребятки, да. И серебрушечка. Вот у меня три монетки в итоге. Вот такие вот Николашка. Если вы внимательно смотрели, 3 копеечки. Тут сохран ничего. Серебрушка, 10 копеек. И советик. Также попалась вот такая вот штучка. Очень интересная. Это, видать, была фляжка. У нас такие вещи редко попадаются. Смотрите, тут такая вот Осмик. Осмик. Это либо город такой, либо завод. Не знаю, что означает. С этой стороны тоже клеймо. Какие-то буквы. Такая хорошая была фляжечка. Кто сломал такую красоту? Непонятно, как ее можно было сломать. Но больше всего порадовали, конечно, вот такие вот медальки. Угу. Вообще шик. Вот из-за этого и стоит ехать копать, да, Леха? Ну что, Лехе еще пилить Новосибирск сегодня в ночь. Будем собираться. В общем, вот такие вот у нас находочки. Ну, Аська, мурдяка побольше. Монеток у него побольше. Ладно, будем собираться, ребят. За пин еще раз огромное спасибо магазину Shop Detect. Нас выручают вообще всегда. Сегодня мне помогал мелочи искать. Очень удобная вещь. Ну давайте, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Кто узнал эти медальки, монетки, пишите, очень интересно будет посмотреть, кто находил.
Давайте, все, всем счастливо, всем пока. Всем пока.